Добро пожаловать на бесплатный марафон «Лицо плюс осанка. Крутое преображение». Каждый день мы будем публиковать новые видео с упражнениями на осанку, для лица и дыхательной практики. А те, кто не участвует в марафоне, найдут ссылку на закрытую группу в комментариях и в описании к видео. Девочки, всем доброе утро! Сегодня работаем на осанку. Очень хорошо избавляет от сутулости упражнение, которое называется «Замок». Итак, перед тем, как фиксировать замок, мы делаем его в динамике, вот таким вот образом. То есть делаем замок ручками. Если потом мы фиксируем вот таким вот образом и стоим 10 секунд, прогибаясь в грудной клетке. Живот не выпячиваем, прогибаемся в грудной клетке на одну ручку, также точно затем на вторую ручку. Грудную клетку прогибаем. Если не смыкаются руки у вас вот здесь, то можете взять что-нибудь, полотенце, допустим, или пояс от халата. Взяли и вот таким вот образом делаем. Раз. Два. И фиксируем также точно. Делаем по 10 раз на каждую руку. Раз. Два. На каждую руку фиксируем потом в конце на 10 секунд. 10 секунд постояли. Следующая ручка. 10 секунд постояли. Все, что нужно на сегодня для осаночки, мы сделали, можем отправляться по своим делам. Еще раз повторим технику. 1. Исходное положение, стоя или сидя. Подбородок во время упражнения не прижимаем, держим голову ровно. 2. Сначала в динамике делаем поочередно руками захлесты назад по 10 раз на каждую руку. Делаем в комфортном темпе, не быстро. 3. Затем статика. Зацепили руки в замок и стоим по 10 секунд на каждую руку. 4. Дышим. Прогиб старайтесь делать в грудном отделе. Если руки не достают друг до друга, воспользуйтесь полотенцем при статическом вытяжении. И продолжайте упражняться, со временем руки достанут друг дружку. Если ладони легко соединяются, тянитесь дальше, пока локти сзади не соединятся. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первому получать уведомления на новые полезные видео.